Итак, приветствую всех зрителям. И сегодня у нас, как обычно, карты, которые не было давно. Фу, блин, я все это время говорил с выключенным микрофоном. Вообще найс. Хорош. Окей. Здравствуйте, наши маленькие любители ТОХ. Вообще, это фраза Терикса, я просил ее произнести, но у меня был выключен микрофон, поэтому он не услышал. Поэтому он ее не произнес, поэтому я произношу я. Вот, какие дела. У нас, да, очередные карты на канале, пока там Ред типа убирает. Терикс типа ездит где-то в грузовиках, точнее нет, он охраняет какие-то башни. Это не суть. Так, а что, меня там ждут? Да, меня ну, там ждут. Как бы, я тут убирай, настраиваю, тебя я ждут. Тут как обычно настраиваю. Ай, ой, как все очень плохо. Тебе еще музей Реда не раздали, а ты уже говоришь, что все плохо. Ну, нет тут данного персонажа, который мог мулиганить целый музей Реда. Да. Так, ладно, окей. Все-все выбрали. Все-все выбрали этот зеленый героиня, чтобы ему было пусто. Так, ладно. Это. Так. Четыре. Героиня, бери. А, ну да, кстати, вскрываем. Со, кто у нас тут есть? Упоротая Эрин. Рейвил, верни Валфасы. Так, рез у нас кто? Резонанс, открой личико. Мейлин. А героиня у нас кто? Упоротая Бяш. А, кто у нас есть? Мариса. Этот, как всегда, Саторин взял. Ладно, мне нужно до 7, да? Готовить 7 картами в руке. Раз, два, три. Вроде 7, да? 7. Ну, давайте, чё. Поехали тогда, если больше никому ничего не надо. Инцидент. Замечательный инцидент в самом начале игры, который очень помогает всем. Ну, абсолютно. Очень. Да, все добирают до максимального размера руки в самом начале игры. Ей! Ну, Мейлин может. Да, Мейлин забирает в мире. Резу счастье привалило. Да, прям такой инцидент. Не проскипал ход, а карта уже есть. Так, что там делает героиня? Героиня выложила бордер. Героиня стреляет в Сатори. Что несправедливость? Пас. Пас. Героиня, покажи, пожалуйста, руку. Она может это в любое время делать, да? Один раз за раунд могу. А, окей, один раз за свой раунд. Окей, попробую флипнуть. Нет, не флипнул. Это солнце, да? В коллект. Я получил. Уже в коллект. Так, мне надо карту сбросить. Ладно, скину эту. А, кстати, да, если вы не в курсе, то как раз все эти разрешения на просмотр Сатори сбрасывают не в начале раунда, как спилкарты и эти дамагу. Ты к тому, что я, если захочу, могу еще разглянуть. Что? Хочешь сказать, ты на каждый ход другого... Нет, на каждый раунд. Это как со спилкартами, да, на каждый проход. Я сбрасываю в начале моего раунда, чем в начале моего хода. Просто он может сделать это в любое время. То есть я не обязан делать это сейчас?
подумать. Мы только начали, а Ревилла уже пролетела. Мировая несправедливость. Совсем. Даже знаешь, что все, Рин, короче, это самое. Ты любишь там всякий протекционизм устраивать? Вот я тоже устрою. Короче, я защищаю Ревилла. Будешь его убить, я тебя буду убить. Все. Трогай Сатори, она лапочка. Надо подумать, надо подумать. Кто она? И чё, ты бьёшь Сатори, ты бьёшь мою лапочку, всё, я тебя ещё буду бить. Надо подумать. Чё у нас есть? Так, у нас 6 тел. 6 тел это 300 денег. Героиня, партнеры экстра, да? Ладно, давай лазершут вбежь. Во, умничка Сатори. У тебя можно пас. Пас. Правильно, долби ее. Долби. Нефиг бить. Она меня бьет. Сейчас я флипну, подожди, пожалуйста. Спасибо. Это вообще что было, Саси? Ладно. Сюда. Сюда. Там сколько? 4? Там 4. Так, я донаку сделал. Хочу карту Бьякурен в Бьякурен. Пас. Пас. Ты не против? Что, остальные? Что делает Мэйлин? Мэйлин хочет надроваться и протаковать меня. Да. Она делает кэпчур. Она кэпчур через тебя делает свой, да? Что ты делаешь, Мэйлин? Ну, скорее всего, то, что я написал, потому что больше реакции нет. Ну, окей. Да-да-да. Сначала в любом случае получаю свои плюс 5-5. А ты вообще... Regardless of range. Нет, не спеши, пожалуйста. Дай сначала по порядку. Сначала я получаю плюс 5-5. Алды можно написать? Ну, окончим. Давление. Плюс. Ну, прошу, в любом случае, это тоже у меня. Потом у нас дальше идут два действия. У нас есть то, что хочешь не протаковать Биокурен, то, что хочешь не протаковать Мелина. Взять две карты. Сейчас, подождите, дайте я напишу, и потом я подумаю. Тоже хочешь помочь? Тоже. Так, что? Тебя, значит, атакует это и атакует... Знаешь, Ревил, я думаю, Бикурен бы было более сбалансировано, если бы она... Ее билка на ответку была бы... Пас. Алда, ты хочешь помочь или нет? Алда. Пас. 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 Черт, ему помочь, у нас же инцидент хороший. Видишь ли, Ревил, если бы я мог помочь, я бы тебе помог. Ладно. Это отменил, это сгрейзил. Не то. Это сгрейзил. У меня музей Реда на руках, как бы. Тоже сгрейзил. Так, я повыкину все. Сначала спиритуал. Ты карту этого отменил, он не дровает, да? Он не дровает, да. Потом это... Это я... Сначала отменил, потом я сгрейзил. Что, там лета не было вообще? Там же лето он. А, да, одно лето есть. И вот Грейс. Так, спелкарту сделал, дамаку сделал. Кедровайся. Так, раз, два, три, четыре, пять. Мне две карты нужно за инцидент.
И потом еще две. Так, и две-то. И две-то. Ты-ты-ты-ты-ты. Окей. Зараза. Не бойся, я тебя прикрою. Пас. Не спеши, ну, давай сейчас с глазами разберемся. Ну, иди, никто не отменяет, значит, по часовой. Никто не отменяет, тогда вперед. Рэд, тебя бьют. Получил. Трафан. Получил. Окей. Тяни карту, Зуро. Рез. Рез. Сгрейзил. 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 Так, сейчас я бордер проверю. Не спеши, да я бордер проверю. Тут не повезет. Нет, мне не повезло. Твою удачу? Лу. Ну да, с моей удачей все плохо. Так, да. Ладно, это у нас идет туда. Грейз тащили, и у меня атака, которую я грейжу. Так. Овер. Так, ладно, ковер. Я могу стрелять второй раз, до кого я дотягиваюсь. Я дотягиваюсь до тебя, до тебя, до тебя, до тебя, до тебя. А, мы еще на будем. Тебе. А за то, что ты мне что-то там делал. Получил. Молодец. Я тебя поздравляю. Спал карту. Так, дальше. Ща, жди. Так, спилкарта, да, спилкарта. Нет, не хочу спилкарту, хочу пати. Ну, делай. Так. Я тяну, сколько? 6, да? 6, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что мне пришло? Я себе должен что-то оставить, да? Ладно, оставлю я себе это. Я отдам тебе. Это я отдам. Так, а ты у нас Эрин, да? Ты у нас Эрин. О, это я дам тебе. Так, кому подарки не прилетели? Рину и Резу, да? Рину и Резу. Это я дам тебе. Еще он, да. Так. Ну ладно, господа. Товарищи.
Тунеядцы. Скажи, моя дорогая Сатори, ту карту, что я тебе дал, ты бы ее хотел заюзать или нет? Прямо сейчас? Ну, вообще. Ну, пока нет, а там посмотрим. Ты же не знаешь, что будет лежать. Я не против. А тут никто не может быть Ну, против. да. Поэтому не спешите. Грейс, теперь Ред у нас скидывает. Чё ты 4? У тебя ж 3. Ты ж получил. Да, давай не обманывай. Так, дальше у нас Трамфан скидывает, потом... Вау, резала нам был. Трамфан, руку. Так, у Что-то Трамфана там было. неизвестно, что было, там фокус был. Господи, два Спиритал, спиритуала. спиритал. Фокус, Фокус, бордер, Второй бордер вышел. Рэйвел, я надеюсь, у тебя будет много грейзов, чтобы меня прикрыть, ладно? Рез, скидывай сам руку, как хочешь, в каком порядке. Потому что инцидент может прийти. Сейчас. Дальше Рин. Так. А теперь я скидываю руку. И опять мне это скидывать бы, наверное. Наверное, сначала это, затем это, затем это. А, лол, ты без грейзов сидел. Какой ты. Да. Ну-ка, давайте раздавайте по 3. Нет, не бери ринг, кто делает? Ну, кто-то из вас двоих, либо ты, либо он. Ну, это. Так, вы сделали, да? Я стрелял 2 раза, я хочу сутру. Так. А до кого я достаю? Я достаю до Марисы, да. До всех, кроме Сатори. этого реза. А, кстати, до тебя я не достаю. А, да, У то нас что ты 5, не 5, стоишь, у 5. меня До станция. пяши и до этой я не достаю. Ты. Okay. Никого не атакую, хочу карты. Убери. Эйвен против. Против. Эйвен против. А мог бы эту бомбу заюзать на хилку себя и меня, или себя и героини, либо себя и Сатори, эх ты. Много хочешь. Так. Это вторая бомба. Сейчас возьмет и заюзает. Ну, посмотрим, как он себя вести будет. Все? Да, все. Инцидент? Ночь. Вовремя ты сделал дискард? Первая карта в коллекции. Мили. Я пошла мили, окей. Ну, как бы, хе-хе. Сейчас будет расстрел всех. Ну, посмотрим. Эрин не дал мне подробности. Что за противная Эйда? Я же даже никого не атаковала. Ведь мог бы тебя атаковать. Эх ты. Мог атаковать Ирина. Да у меня тут глаза, как у кота на сметану были. Все такие беззащитные, все с 3 хп, а я такой вберу, никого не атаковал. Не, укажу 3 карты. То есть это уже не так, это уже не то. Не что ты делаешь, Эйда? Хилю себя и... героиня. Ха-ха. Ну, понятно. Окей. Ну, атаковать ты кого будешь или не будешь? Атакую тебя.
Я пас. Это тоже пас. Ну окей. За так у меня есть примерное представление. Вот так как я пас вообще. Пас. Ну это давай Хильса и Хилью. О чем у тебя представление? Так. А, да. ты меня атакуешь, да, Кай? Подожди, сначала спал карту, а потом уже, когда все сделал, давай уже дальше, если хочешь. Еще раз атакует. Так, ты меня сейчас атакуешь, да? Кай. Еще раз. М. Лагает. Ждем. Лагает, мы зависли. А вот. Вот все. Алга. Алга вылетел. Выпал. Ждем. Что это будет? Так, ты меня еще раз атакуешь, да? Угу. Ты меня еще раз атакуешь. Последний раз. Вау. Ты хочешь раздеться полностью, да? Окей. Там 4. Нужно сколько? 12. Понятно. Трамфан, верхнюю карту в коллект, пожалуйста. Сначала в коллект. Верхнюю карту в колоду достань и положи ее в коллект. Это описание инцидента. Коллект, в смысле инцидент. Да, теперь выбирай, будешь ли ты воровать предмет или нет. Мариса, если не будешь, Мариса, ты берешь две карты. В сутру, если воруешь предмет, ты с нее не получаешь. Получишь на следующем ходу. Карту, конечно, вдруг ты с нее не будешь. Ну, лучше быть сутрой, чем быть без сутры. А разницы нет сутры и без сутры. Он сейчас может потянуть две карты и пострелять. Если он сейчас потянет сутру, она ему ничего не даст, она у него будет висеть. Да, на текущий год он ничего не делает. Ну, в общем, что он там решит, то и будет. Сейчас, скажи, напиши. Ну, ты либо тяни сутру, потому что предмет один, и тянешь одну карту, либо ты тяни две карты, значит, мы понимаем, что ты сутру тянешь не будешь. Слышь ты, Майлин, сейчас я тебе... Буду. Это последнее, да? Перемешивать. Нет. Нет. Не слышу. Нет. Тяни, ну, вторую. Тяни вторую. Ну, я думаю, что лучше было бы тянуть сутру. Вообще странно, зашка, что у меня микрофон закрыт. В этом ранке какие-то проблемы. О, поврап. Сколько там? 5 из 12. Да. Каринда. Только Каринда сбрасываешь? Видимо, да. Я буду удивлен, если это сработает. Мариса с поваром это не может. Подожди, он может положить еще один повар и убить бесплатно Реда, потому что Ред ничего не сделает. Он не может убить Реда, у него одно хп останется. Ну, положить еще один повара какого-нибудь и убить Реда. Это он может. Ну, может Ред где-нибудь. Или он может убить Реда через сначала спелкарту, а потом через... Хотя нет. Он может убить не только Реда, он меня сейчас может грохнуть. Уже сейчас, кстати говоря. Может положить повара и убить кого-нибудь. А может положить повара и больше ничего не делать, да? Думает, есть ли у меня спелкарта. У кого спелкарта есть? У тебя три шута и... Эффект будет. Нет, ну ты не беспокойся, я потом узнаю, есть у тебя спелкарта. Карта. У меня есть или у него есть? У тебя есть. Ну, Равил, а ты узнаешь потом, у тебя же уже
прошел. Тебе нужно читать. Нет, не прошел, я не использовал. Ты использовал, ты Рину смотрел. А, я смотрел Рину на прошлом ходу. Когда наступил мой ход, а я не использовал. Вот то, что ты посмотришь, да? Тебе ничего не даст, потому что ты не Юкари. Ну, он будет знать, что от тебя ждать. Будет знать. Если Рис пропустит ход, то я потом посмотрю, что все, что у него лежит. Кстати, Трамфан это жаловался, Трамфан жаловался, что в скайпе его не пускают. В итоге Сванке его пустила, но он говорить не может. А может, ему стоит сходить настройки и перепределить этот микрофон с устройством мода? Хотя, скорее всего, с браузером сидит. С браузером там проблема, это мы еще по Рину знаем. Браузер меня тоже звонок не пускает. Связь не пробивает. Почему? Ну, Рина пускает звонок, но у Рина проблема с браузером другом, что браузер не определял его микрофон. Я так и не понял, Рин скачался прогу или нет? Вот. Так, что там? Кто там? Да. Что там Трамфан надумал? Ничего не надумал. Хитрый план замышляет. У Марисы нет хитрых планов. У нее есть только сила любви. Annihilation of love. Не чувство любви. Сейчас она прицелится в того... У автора по поводу того, что если он получит атаку из поисковый раб, упадет урон от мастер-парк или нет? Нет, никто ничего не спрашивает. Ну, я спросил, по идее не должно. Надо спрашивать. Ты задаешь какие-то слишком хитрые вопросы. Я играл в МТГ, поэтому задаю такие хитрые вопросы, потому что здесь на них нет объяснения. Есть более легкий вопрос, что будет делать Марис. Вот такой комплексный вопрос. Мариса сейчас прицеливается в того, кто ей не нравится, что-то Мариса засунула. А в МТГ порой такие дикие комбы крутят, что я не понимаю, что там происходит. Единственная гадость, которую ты сейчас можешь сделать для всех, это пропустить свой ход. Это будет гадость для всех абсолютно. Потому что все сидят и ждут, кого же полетит мастер Спарк, если он полетит. Что с ним потом делать? Не, ну я не жду, мне фиолетово, меня не прилетит. Ты уверен? Плюс у меня плюс 5 дистанции. Я не знаю, что ему нужно выжить, чтобы меня достать. Если он выжит Повар и... как его зовут? Мини-хакер, он все равно не достанет. Раз, два... Ты у нас третий, да? Потому что у него будет рейнджа 7, а у меня дистанция будет 8. Сейчас он возьмет кепчер за... А, ну да. Облом. Кепчер выше. И один ванап выше. Но колоду, по-моему, замешали. Колоду замешали, но оттуда взяли пока только одну карту, это будет... Марису, блин, что ты такой тугодум, я не знаю, а? Во. Понял. Видишь, как только я сказал, оно сразу решилось. Шлай, бить у нас. Понятно, круто. Так, я рип, я беру две карты. Я беру две карты. К сожалению, я пас. Не лучший выбор. Нет. Я не могу, к сожалению, за ним. Пас. Так, этот пас, этот стрелял, этот сказал пас, Кай. Okay. Так, хотел на себя Так, поверните эту катку Марису. Сюда. Окей. Что, стадийник убил стадийника? Ну если роль позволяет, то можно. Я просто так, должна дальше его разрядить в кого-нибудь, да? Странно, я думал, что первым сдохну я. Ты? Ты недостоин. Сколько там, 12? Да? Рез ходит, что ли? Ну ладно. Рез, что ли, ходит. Вот это комбо вообще. Однако. Закомбил просто. Ну что?
Ну, почти все по плану, да. Пас. 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 Скидывай поворот, бери карту. Не, нет, поворот дискард, в дискард. Пас. Пас. Я закончен. Больше не можешь. Закончен. Да. Повер выложи. Выложи повер, друг. Не, даже если выложит повер, не получится, потому что он стрелял раза 4, по-моему. 3 раза. Чё? А то, что он 3 раза стрелял. И чё это было в инциденте? Инцидент не говорит, что он может стрелять больше, что все, что он стреляет, не считается. О, поздравляю, Ревел. Ревел. Что за... Я там говорил насчет до тебя не достанут, нас не догонят. Смешно. Но ты можешь его быстренько решить. Не если могу. Тебе дадут это сделать. Пас. Хотя сейчас проверь. Ну или дадут сделать с тобой. Надо же скрейзил. Да. Сколько порядка лежит? Ну куда сначала? Сначала силовые, потом же этот сам. Крейс. Героиня. Ну ладно. Героиня. Второй шорт. Куда второй-то? Да, куда второй? Интернет нету. Ховер раздобудь. Тебе надо было поассистить мне, героиня. Так, подождите-ка. Дайте-ка я как-то ходу гляну руку резу. У Рэйвилла было... О, боишься реза, да? Боюсь реза. Ты же хочу косую ходу глянуть. Боишься его... Боишься его кика? Окей, все понятно. Так, теперь мой ход. Я беру две карты. А теперь я хочу глянуть руку Курина. Ты же на свой ход только что смотрел. Нет, я смотрю на чужой ход, я потом говорю, чтобы передавали. А, ну окей. Значит, ты какой? Понятно. На сейчас хиган, да? Да, у нас сейчас хиган. Ну, Рейвел сейчас может его решить и потом спрятаться. А может не решить и спрятаться. Как я могу его решить? Он глупо может его решить. Убить Трамфана. Дурацкая мысль. Я не спрячусь, это я наоборот. Кое-кто другой спрячется. Надо подумать. Убей Реда. Без вариантов. Я тут. Ты это кто? Ред. Тот, кто не Ред. Нет. Если Трафан Тароль, который я знаю, то... Наверное, я могу уже идти гулять. Я не знаю, как это вытаскивать. Никак. Ну вот я там тоже мысль, что-то никак не вытаскивать. Что значит вытаскивать? То значит, что-то не вытаскивается. Сейчас надо подумать. Выложи повара. Распыл карту Бьякурин Трамфана. Ты хочешь 5 плюс 5 убить Трамфана? Да. Зачем ты Трамфана хочешь убить? Чтобы за тем, что я не могу играть распыл карту в них, и за тем, что мне надо, чтобы сменился инцидент. Вдруг там будет кризис. Инцидент раз в домик 2. Ну, чё, кто-нибудь срез? Или рин? Нет, зачем? Эй, вы! Оба. Ну, пас или не пас? Чё? Они не хотят, наверное, да? Надо же это. Ты даже в таком случае играешь, окей. Ну, фиг ли вы, слоупочите, если... Ну, ладно, допустим. Но я все равно хочу сменить инцидент. Трамфан, держи. Я все равно ударю. Хочешь, я применю на него ту карту? Надо же, скрейзил второй раз. Че там, Рез? Эй, ты, Майлин, ты будешь крейзить за
него или не будешь, а во-вторых, будешь бить за него, точнее, за или не будешь. Ты вообще ничего делать не будешь, да? Трамфан? Тогда пусть он чего. Ты можешь это с Гриз заявить как-нибудь или нет? Кем бы он не был, это был нет на руку. Окей. Ну, Бери сейчас настал мой черед ловить лузы. Если он сейчас умрет, но он, кстати, уже умер, он сидят уже решил. Не, ну если кто-то, да. о котором я думаю, то... Ну, а кто ты думаешь, он? Решал, все что знаем. Я думаю, стадийник. Я тоже думаю, что стадийник. Да, стадийник. Когда партнер побежден, смешно. Друг мой, скажи, зачем ты бил меня? По фану. Я думал, что ты... Я единственное, что думал... Он сказал по фану, видишь? Которая требует бить стадийника. Ред, доставается дед, я надеюсь, что это кризис. Зачем ты бил меня, красный? Нет. Ты? Смешно. Ну, с другой стороны... Хилить не будем. У меня вариант будет только через кризис. Да больше никак. За зависание-то, а? Наверное, опять алга. Через кризис? Зачем тебе кризис? Думаешь, у меня вариант выиграть только через кризис. Больше никак не могу выиграть. Это вариант, знаешь, вот... Это единственный вариант. Подели 12 карт на 100. Извини, какой есть? Другие варианты мне не подходят. Потом еще подели на количество игроков. Хоть алга меня понимает, почему я так делаю? Равил, я сейчас вылетал, еще ничего не слышал, во-первых. У тебя больше 1%? Или меньше 1%? Насчет кризиса-то? Я хотел сказать, что у меня, конечно, очень льстит, что вы думаете, что я партнер. Даже когда я такой героинь, что меня нужно задержать. Я не знаю, почему Трофа подумал, что партнер. Трофа сказал, что он убил тебя по фану. То есть он несерьезно играл. В таком случае вариант, когда я могу выиграть, это кризис. Я думал, что он стадийник, которому нужно убить стадийника, но увидев его роль, я что-то немного как-то разочарован. Мягко сказано. Точно разочарован, я пойду все что-то налью. Мне уже неинтересно играть. Видя явного партнера с другой стороны, который лечит героиню, и видя... Ну ладно, все. Рез сейчас сидит и хихикает, засранец. Ну, считай, Рин, тебе немножко не повезло, потому что в Internal Night было 8 этих карт лежало, и так как 12, у меня было 4 шута. Я не понял, почему он закончился раньше, чем я 4-й шут использовал. Ну, первая карта, потому что инцидент. Ну, после этого было 8. 8 после этого было нечего. Не посчитал неправильно. Я сижу, смотрю, 4 шута на руках. Но это после того, как я их добрал. Ну, там учти, что там же кто-то... А, не кто-то шута. Блин, нафиг. Тяни инцидент, Рез. Что? Я выходил. Мастер-план и все. Нет, ну да, я вижу, что это сам. Я просто карты смотрел. Ну, сейчас Рез потянет. Сейчас Рез такой потянет. Сейчас он вытянет. А может, и не вытянет. Может, он спать хочет, он читает. Хочет спать, понятно. Тяни карты, если ты спать хочешь. Сколько? 4. 4. Я скидываю после этого или нет? Нет. Нет. После следующего хода. Вот Трин, когда ход отдаст, если у тебя будет больше 7, тогда скинешь. Нет, я только на свой ход имею 5 руку. На чужой 7 имею. Ну, 7, я тебе говорю, если будет больше 7, тогда это сам что там. Сбрасываем все карты и набираем столько же, да? Углай. Так. Рез. Слип. Он пропустил, да? Да, я пропустил, потому что мало ли что там за фигня была. А что стоит сделать, пока я отходил? Ревил, вопрос такой. Если я пропускаю ход, набираю карты, то я скидываю их? Если нет, ты пропускаешь шаг сброса. А. Все пропускают шаг сброса, даже так. Когда ты пропускаешь ход, то никто не скидывает. Но скидывают, доходят трамфана. То есть сначала надо один спрашивать. Ревил, скидывай. А доходят трамфана, у тебя это рука 7. Слушай, скидывай. Эй, 7, скидывай, да? Руку. Почитай, сколько у него карт? 7, по-моему. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8, пожалуйста. Эй, скинь артефакт. Если скинь артефакт, то значит я не скидываю карту, а беру...
Жесткий дотон в конце хода Рина. Он скинул артефакт мини-хакера. Окей, инцидент решен, так. Теперь мой ход, я беру новый. Колоду замешай. А. Кстати, вовремя ты ее замешал. Грейс себе на легане. Найс. Первый дискарда, потом сверху. Видите, найс, конечно, выбор. Так, сейчас мой ход. Он спит. Пока все равно ничего не буду делать. Я пока посижу. Давайте, о, шоу все такие. Давайте. Red... Куда? Нет, Red, Red, куда? Куда? Вернул обратно. Ну, хотя, какая разница? В принципе, он так сделал. Сначала забирай шут. Какая разница? Я не понимаю. Потом уже это, большая разница. Вау, я вижу бомбу. И эхо слышу. Бомба? Да, я вижу бомбу. Давай, я вижу бомбу, Red, которая к тебе может прийти. Red, передавай шут. Нет, он будет лечить. Ся, бить. Ся. Зачем лечиться? У нее так 4. Ладно, забирай. Зеленого лечить. Нашел, кому бомбу давать. Он тебе бомбу отдал. Лол, он тебе отдал бомбу. Какой ужас. Все, Ревел. Теперь ты будешь бояться Мэйлин, ее кика. Что бояться? Нет. Сейчас она карту потратит, остальное оставит себе в размере 4. А, прикол в том, как и на кого он будет тратить карты. Понятно, на всех. Last word, я пас. Пас. По очереди. Пас. Ну, значит, начинаю с линии. Чё, шут? Думал, что там загреет. А чё ты ему шут-то не... Чё ты ему шут-то не подкинул? Не, не убирай, пожалуйста. А, он ещё подкинул. Вот это, а, скорее всего... Блин, давай, юзай свою бомбу, я знаю, она у тебя есть. Какой ужас. Ну, вообще, если ты подкидываешь шут, то это происходит раньше, чем ты получаешь дамаг. Ну ладно. Ну да, пожалуй, просто забавлю. Ты... Нельзя забавлю это бомбить. Просто. Ты это можешь... А, билки не отменяются. А билки не отменяются бомбой. Да, это билка Биакурен. Ты можешь как раз выспал карту, чтобы протыковать Биакурен, взять две карты, но... Выиграй, вот. Так, в каком порядке идут? Сначала это... Потом Грейс. Кстати, я проверю бордер. Ты гляди, слушай, с Грейзел. Ты удачливый засранец, а? А, да. Ну, окей. Да, должна быть бомба, а не бомба нету. Он же ее убрал, он не захотел давать Морганс. Да. Red Грейзел. Куда ты Грейс кинешь? И Last Word. И Last Word. Хотя не должен сначала идти Last Word, а потом все Грейзы. А чтобы я знал. Может, и должен. Ну, по идее, мы же играем данмаху, а потом... Ну да, подожди, в порядке розыгрыша. Подожди. Рез, не спеши, пожалуйста. А, мы сначала... В порядке розыгрыша, да. Потом уже грейзы идут. То есть сначала... Он... Нет, сначала вот реакция его была. Нет, реакция, это не грейз, реакция. Потом... Тогда сначала должно идти, наверное, вот так вот. Ну, реакции. Потом он теряет повар, потом реакция, повар. Потом грейзы. И грейз. Повар теряет. Потеряли повар. И что, ты скинул просто так карты? Ну ты расположи хоть как-нибудь их. Ну... Какая разница, там 3 шута. Ну, сезон может быть разный. Какая? Я не думаю так это... Ох, блин. Ты думаешь, загрязнишь из дискарта? Ну, знаешь, я стараюсь скидывать летние карты, потому что я не хочу, чтобы меня убил Лили. Была бы Лили Вайт и весенняя карта, нам что-то можно было. Ну, когда... Рез уже не спит, уберите это. Да, его точно. Предупреди, когда будешь ход передавать, ладно, Рин? Бордер. Мой. Закончилось везение? Везение закончилось, да? Грустно. Давай я скину летний Грейс. А что он там собирает, инвокации, что ли? Да, инвокации. Да, инвокации. Не получилось. Я скину еще один Грейс. Его же заберу, да? Дай-ка я загляну руку Реза. Рез, ручку, пожалуйста. Рез, подожди, переверни карты. Ты
Видно. Их сложило, и их видно. Да, вот теперь возьми по отдельности. Я не на ту кнопку нажал. Ревел, ты вообще, да, скидывай, господи, его на стол. Короче, ладно. Я вывожу. Я на какую-то странную кнопку нажал, которая и все. Так, веснука групп, скорее всего, это была она. Ревел вообще... Ну ни хрена себе! Слушай, Рез, тебе не жирно? Я затанковался нормально тогда. Ни хрена себе рука. Ревел совсем совесть потерял. Перед чужим ходом посмотрел руку одного на свой ход. Я свой ход пропустил. У меня были... Я взял две карты, пропустил ход и ничего не делал, даже ничего не смотрел. Не, я в смысле, сейчас ты на чужом ходу ты посмотрел руку раз, и на да. своем ходу сейчас можешь смотреть. На своем могу, но я, наверное, пока это не буду делать. У него там ничего интересного. Не, куда? Вот это, да. Не знаю, что смотреть. Что мне делать? Пошли дальше, королевист. Шут отдал. Опять ты тянешь. Ладно. А что, я уже больше ничего не могу делать. Сейчас поворачиваешься спиной, в тебя стрелять будут. Во, видишь, в тебя летит. Хлобысь, это... Зачем? Это полетело... Нет. Это полетело... Спилкарту у него. Ну, я опасен спилкарту, так что если Ред отменяет, то пусть Рез берет свои карты. Ред что делает? Кто Ред сейчас сначала карты. Тянет? Рез. Сначала Рез. Он сначала тянет карты, а потом атакует. Все. Нет. Ты не взял карты? Я не взял еще. Вот, беру. Бери карты, затем берет Ред, потому что потерял жизнь. No, просто караул. Так, и затем вот так вот меня, я пойду проверю. Не хочешь сейчас? Да, это сейчас выкину. Караул, да, я посмотрю, какой у тебя там караул. Пау, я не сгрезал, но я, походу, закончил инцидент. Караульный караул. Ровно. Это так сгрыжу. Так. А грыз идет после того, как инцидент решен. А, разве не до? Ну, ты сначала бомбу потянул, инцидент решен при его вакации, а потом ты грызешь уже свою пацану. Ну, ладно, пусть будет так. Теперь меня Эрот атакует. Шикарно просто. Теперь, кстати, что у нас Рез будет делать? Он может дрыхнуть, кстати. Может не дрыхнуть. Он не дрыхнет. Ему ничего не страшно, СВР. Кому сейчас караул Реза полетит? Весна. Весна это... Справа это Реду. Реду полетел караул. Да. Интересно, насколько понравится Реду этот караул? Шай подвину, чтобы было больше места для инцидента. А я спрошу, как Рез в мой музей. Ты ему музей опять отдал? Да, я потом посмотрю, что там за музей. Я в этом раунде еще не смотрел. А, кстати, что я туплю? Трафа, а что ты молчишь? Ты же нигером можешь быть. Шут Грейс. Осень. Лето. Весна, осень, да. Подожди, это а что вы смотрите? Скажите, пожалуйста. А, точно. Его сначала сбросят, а мы посмотрим, сможет ли он потом флипать или нет. Что было? Я лишнюю, я передал и лишнюю карту сбросил. Ладно, не показывай. Восемь. Бок слева, это я. М. Держи. А, окей. Что тут у нас восемь? Ну я даже не знаю. Что ты не знаешь? Тащи, как никогда в жизни тащи. Сам офигел, как я могу тащить? После того, как Трафал тебя выстрелил в нашу спарку, я понял, что тащить я не могу. Все звезды за тебя. Куда? Это что у нас? Зима. Ты сейчас возьмешь и свапнешься с Рэдом. Сразу за. Ну я жду инцидента, да. Кризис с Рэдом, без меня неплохая мысль, если я свапнусь рукой с Рэдом, то я, наверное, затащу. Давай, свапай. Один. А что, уже? Да. Воу. Что у нас там? Весна. Лево. Право. Право. Черт, я пытаюсь вернуть.
Нормально Окей. так. Поменялись на один ход. Ну, Ревил, зато теперь не надо смотреть руку Рина, чё. Ты сэкономил. Да у меня тоже веселая рука. Я знаю руку Реда, а руку Реда зло посмотреть, но она фиксит. Там ничего особо. Поехали, поехали да, дальше. Ты две карты тянул себе за ход? А, две карты еще. Давай. Вот, забыл. А теперь... Да, можешь обратно вернуть? Только одну лишнюю надо. А можно обратно вернуть? Ну ладно. Ход, ну да. Давай верну, что тебе надо. Ладно. Хочешь посмотреть? Забыл. Ой, блин, перещел, пардон. Зачем? Руку хочет посмотреть чью-то. Чью? Нет, не руку, хочу. Сейчас мне две карты появились, я могу подумать. Не, не стоит. Ревел, ну блин, чё ты творишь, а? Забыл. Вообще-то ну, там чё? Весна была, ты бы сейчас поменялся с Редом. Ну, сам виноват, ну не наверное виноват. То есть не пропускает, да? Чтобы меняться ну, с Редом? Ну, ты можешь пропустить одну лишнюю карту, скинуть и поменяться с Редом, потому что там весна. Ну, давай. Паша, я все равно забыл про это. Хотя подожди-ка, игрок справа. Слышишь, все правильно. Блин, жесть какая-то. Меня выбивает постоянно. Вау. Что там было? Нормально. Весна уже была. Вам нужна одно лето. Я еще не понимаю, что происходит. По-моему, эти карты идут по нарастающей, как снежный ком. Ну что, Ревел, один из девяти у тебя шанс. На Звера? Да. Пати. О, пати. И главное забыть на этот раз опять, чтобы я на ходе Рины посмотрел. А, перемешайте. Только пати уберите. Пати какое? Весенняя. Весна. Так, весна раз, уже два, есть, да. Три. До четырех. Четыре. Так. Ой. Два, два. Ой, какие... Ну, все ясно, все понятно. Мне бы шут бы пострелять бы, да, Рез? Конечно, максимум шут. Еще одну. Еще одну. А прикол в том, что Ревел придется скидывать карту? Резу нет. Ага. Так. Ну да. Что мне там дал? Понятно. Чего он тебе помог дать? Ну, думаю, что это что-то полезное, но посмотрим. Шуто! Да ладно, внезапно шут. Внезапно, да. Опа! Спел карту, да? Давай пусть дослу спел карту. Ты у нас не сгрейзил. Две карты бери. А, блин. Да ладно. Все, опоздал, поздно все, выгрызем. Так, там лето, лето было? Нет. Лето не было, да? Лето не бывает. Теперь чего у тебя? Напомните, лето. Лето. Грызем, все, тем шанс. Покайтесь. Да, мы в курсе. Все, опоздал, смысл жизни. Мы уже пропустили. Хочешь еще раз бордер подумать? Так. Карта. Хочу похитить себе героиню и проатаковать Мелин. Полечить себе героиню и атаковать этого? Да. Ну все. Чё, Мэйлин потеряла? Мэйлин потеряла. Ну, Ревил, ты посмотри, у тебя все звезды прям за тебя играют. Не знаю. Кризис Веры. Да, пришел, да, по часовой стрелке. Рез. Рез новая героиня. Чё, ну, я надеялся, что-то более положительное. Как бы, Ревил, а Ревил, сливай воду. Не, я теперь жду фейчик. 4. Я получаю или не получаю? 4. Получаешь. Да, получаешь. 4.
Ревел по хардкору объяснил, что это на карте. А две карты взял или нет? Две нет, карты еще не взял. Не взял он ничего. Бери карты. Бери две карты, вытаскивай. Ревел, тебе пришел кризис, но с твоей удачей кризис не тому человеку ушел. Да, я в курсе моей удачи. Так, я хочу... Ну, хочет. Он сейчас хочет спионерить. Он хочет спионерить. Вау. Кстати, да, вернись. Слушай, ты Рина проклял, что ли? Ты забрал его удачу. А можно дачу Рина мне, пожалуйста? Хоть немножко. Часы. Тебе кусочка удачи Рина хватит, хотя бы. Так, где кусочек был? Кусочек был, когда у тебя эти хлобы. Внезапно. Хлобы, Грейс. Подкидывать не будешь? Подожди, Вес, не спеши. Это что мы все уберем? Он подкидывать нет, не будет. Ну, стреляй тогда. Повер ломаешь. Сломал повер. Получай, да. Окей, вот это интересная мысль. Это у тебя третий, да? Да, это часы. Забил. Вот теперь подкину. Давай. Не сгрызил. Что сначала нужно будет, наверное, так, потом так, потом так. Я опять слышу свое эхо. Ход Рина. А с картами, все нормально. Ты уверен? Овердрайв. Чего хочет скрыться, да? Xbox. Держи. Ну, бери свои три карты. Окей. Планы меняются. Тебе не до жиру, тебе быть бы жиру. Овердрайв как считается, если его используют, то потеряю бордер? Нет. А нет? Кэпчер чей, никого, куда, что ты хочешь. Кэпчер Эйрин. Слушай, пиши давай, это самое. Не давай пиши, фиг, да, или реально, что ты делаешь? Пиши нет, в чат. Даже меня? Ну ладно, окей. Себя Ревел атакуешь кого? Или на себя, подожди, себя Ревел. Это хил, он... Окей, видишь? Все. А, это хил? Он ладно, хилит себя, его атакует себя. Я сред. Пас. Теперь что вы делать будете? Что нет? Реда. Я флипаю. А Реда атакуешь, да? Не достает он до Реда. Почему не достаешь? Достаешь. Достаешь, там часы. А, плюс один, а у тебя power плюс один. В общем, нет, блин, определитесь. Он Реда бьет, Реда. Не меня, не Реза, Реда. А, подожди. Или... Короче, Рин. Для кого? Пиши. Так Реда или Реза? Что-то Реза. Пиши. Напиши одну фразу. Пиши Ну, блин, напиши, короче, кого бьешь. Не может определиться, кого. Реза. Они в любом случае потянут в этот бордер. Что там, меняет, Реда, да? С Грейзом. Ну, раз Грейзом. Я... Да, так. Да, я в ответку бью за овердрайв. За овердрайв. В кого овердрайв? Ну, кого в этого? В Реда. Нет, ты просто потерял жизнь, наслаждайся. Окей. Карту можешь взять за потерянную жизнь. Отвечаю за потерянные руки. Это, кстати, он что? А, я понял. Ревел, тебе типа альянс предложили, вы задолбали с эхо. А кого котеха? Да я не знаю, кого идет. Ну, портер. Милифт. Сгрейзил, не копирую. Ну, скинь, чтобы скопировать. Я
сказал. Они не копируют. Я сказал, не копируют. А, не копируют. Все. Мне послышалось, копируют. Да, он пока может. Не сгрейзил. Не сгрейзил. Так. Окей, на самом деле, да? Вообще, я хотел бы глянуть еще руку. Или нет? Да, руку реза хотел бы еще глянуть. Ты это делаешь в ход Рина или в свой? Да, это в ход Рина еще хотел делать. Блин, заранее. Что-то... Вау! Окей, как скажешь. Так, я беру две карты. А в свой ход я хочу глянуть руку Реда. А Бяша у нас делала карту Эйрин, да? Понятно, понятно. Окей, буду знать. А, я знаю, от кого их идет. Наверное, Трамфан смотрит стримы и забыл включить звук. Точно. Что нам тут делать? Да, я ничего не слышу. Я хочу за овердрайв по карту Пачули в Реда. Ну, теряешь жизнь. Бери карту, жизнь, уже... беру карту. Дальше уже думать будут. Да, да, нет, да, ничего. Нет. Ладно, дайте две карты. Окей, он скрейзил. Окей, он скрейзил. Что я делаю дальше? Типа карту я сделал, карты взял. Ланап. И что какой? Тащу. Затем я хочу шутера. Рез, Арес, ты веришь в командную работу? Грейзил. Не сгрейзил. Нет, не сгрейзил. Наконец-то. Рез. Получай. Нет, это не командный игрок, ему все пофиг. Я знаю их карты, так что получай. Три, теряешь бордер. Наконец-то вышли бордер, окей, я... Спо карту сделал, дамагу сделал, больше я ничего не могу, значит, надо скинуть карты. А теперь просто тому, что скинуть. Что там собирает? Давайте ускорим смену инцидента. Ты я скину два грейза. Ты не хочешь бомбить попытки героини проатаковать с бомбой? Да? Я спо карту уже сделал. Причем здесь, я тебе говорю, ты не хочешь заставить его терять жизнь из-за овердрайв, бомбить это? Мне овердрайв уже не нужен, так что я согласен его принять. Так, а сколько там осталось? 7 инцидентов? Этот поворачивается. Хочу хилить. Нет, не хочешь. Нет, не хочу, ну тогда ладно. Темпост, да. Рэд, а Рэд? Блин, ты бы хоть спросил. Не хочу спрашивать. Так, народ, давайте по часам разложим. И жизнь себе верни. Хочу карты. Так. Сейчас. Там нету Грейза. И Рэд тоже не верит в командную работу. Окей. Так. Подожди, стой. Говори, пожалуйста. Стой. Да, сейчас. Я раздам? Или Red сделает? Даже мякоть, какая разница. Раз, два, три. Можешь возвращаться. О. Мне улыбнулась удача, я хотел именно эту карту. Last word. Last word. У меня пас. Слушай, ты какой-то странный.
Никто не отменяет, да, наш пришлось стрелки бордер. Пикаси, удача. Скрейзил. Да, я получил. Ты получил, потянул карту? А, я бордерс не проверил. Но я могу не проверять его, так что ладно, пусть. Здесь не ошибка. Пресс. Почему так? Давай пресс. Слушай, хватит. Че хватит? Видишь, ему рука идет. А Мейлин, бракам везет. Соня. Бойл. Вообще. Я хотел вел, чтобы бодро сломать рейду. Знаете, что там было последней картой? Стоп. Что там? Блин, что это за карта? А, во. Okay, у нас наверху одна неизвестная карта. Чё? Нет. Одна неизвестная карта. Да, одна. Ну, забирай. Стала моей. Жесть какая-то. Хочу пофукашить. Я так и сделал. Все равно у меня просмотр в этом раунде я потратил. Что у вас там случилось? А, нет, у меня лазершот летит. Лазершот. А, он еще себе и сутру достал. А. Ну, груз мне с него получаю. Что я сделаю? Ну, никто не бомбит, никто не бомбит. Ты получил. А, да, хочешь, проверь бордер? Я не хочу. Вдруг там плохая карта. Второй шут, да? Ну, здорово, у меня второй шут. Давай проверить рекордер. А он просто не достает до этого. Что-то не сгрейзил опять. Я не сгрейзил. Стрейл, был бы у тебя бордер. Я не разгрейжу. Инцидент завершен, да? Кайф. Вы решили инцидент. Много их еще осталось там. Спать. Так, понятно, мне можно сразу... Ой, нет, не гирм. Да, ты можешь сразу идти и не возвращаться. Окей, дил. Ай, бери с этой карты. А, и вернись. Вернись, пеша. Выложил повера, а тут стреляется. Стреляет. Так, я пока пас. Сейчас я отойду. Ну, что делает Ред? Получает? Второй шут. Ну, скидывайте карты без карт. Я не могу, я серый. Рейл отошел. Повар. Рина еще аж 2 есть, да? Уход подал Рейл. Кайф. Рейл надо скинуть и прожать тело. Ну, вот че он придет. Все это сделает. Лес, хватит там мантры читать. Хватит карты заговаривать. Они тебе и так сегодня идут. Чего там будем? Не будем? Ну, кстати, за все это самое, за всю игру Бяша, по-моему, в ломик ни разу не уселась. Вообще, ни разу. Сатори, да, Сатори 2 или 1 раз он сидел, а Бяша вообще ни разу не сидел. У меня вопрос, а Бяша берет 3 карты или что? Берет. Так он же уже взял. Он же хотел. Мне казалось, он постоянно подвиберет.
брал. Еще возьми. Пройдет ход, возьмет. А, прошу, извините. Сейчас. Мышка. Типа сбросить одно, прожать. Да, сейчас прожмуть его. Надо карту сбросить. То, что сбрасывать. Я на это сброшу. Такой у вас нет ничего лишнего, окей. Дел еще мои две. Повернись ко мне. Ну ладно, не суть, чем ты ко мне повернешься. Просто повернись. Сатори, лапочка, я в тебя верю. Ревел такой сидит, тут у трех игроков, это задание его убить. А, Ред, можно, пожалуйста, руку? У них временный альянс, поскольку сейчас они прессуют одного такого веселого товарища, который не мешает бой. Окей, очень мешает. Я понял. А ты сидишь и смотришь, как его терзают. Нифига не делаешь. Ну, прокрутите уже этих 40 карт, ну. Так. Хочу ковер. А спел карту не хочешь? Бордер. Стоп, ватч. Понятно. Я спел карту Мариса Вреда. На 2 урона? На 3. А, 1 плюс 1. Ну, это тоже считается? Он за него сгрейзил. Бордер тоже пауэр. Он за него сгрейзил. Это было ожидаемо. Так. Так. Окей. Ты гляди, клерика не хочет терять. Какой? Шут. Первый из раз, два, три, из четырех, да? Да, из четырех. Силовый. Вау. Окей. Так просто ты его не убьешь. Ну, я надеялся, что убью, но ладно. Лишняя карта есть, лишняя карта нет, значит дел. Я надеюсь, что убью. Не жду ряд последний. А эту самую поворачивать я не буду, сама повернулся. Повар, поверни. Она старая, противная. Единственное, что только умная. Гримуар. Комбо. Реса, ты заразителен. Давай, я надеюсь, у тебя там есть там чем похилиться, там все дела. Вау, два гримуара и лойл. Понятно. Толк-то, карт много. А теперь, пожалуйста, Ред, хочешь тебе совет. Осторожней клади карту. Почему осторожней класть карту? В дил полетит. Я думаю, понял. Ну, в дил полетит-то, а на кому полетит? Тебе, что ли? Ну, в любом случае он скажи, сможет. Мне полетит, да. А карту наверх можешь просто вернуть? Да, карту выложил. Ты карту не вернул. Свёрли. Наверх. Я забыл. Колоду. Переверни, положи наверх. У него все равно музей Реда. Одно хп, карт много, хилок нету. А встроенных хилок... Да, если про такую, то его может убить Рин, точно. А, встроенный... Я забыл. Думаешь, встроенный... Думаешь, с такими Рин картами как... его может убить Рин? Да, я думаю, что его может убить Рин. Может убить. Я думаю, он может сейчас похилиться, и Рин ему ничего не сделает. А, может не похилиться. Смотри, он юзает хилку, кого-нибудь атакует, ему Рин кидает, и у него одно хп. Да ты что? Но хотя, с другой стороны, если ему отменят... Карт? Если один чувак ему отменит, а второй кинет... если отмена, так не сработает. Ну, в общем, сейчас, что там Рэдчет? Он же гений с Луны. Чего он там? Похилить, кого протаковать? Хилю себя, Рез, никого не атакую. Никого не атакую. Он думает, что это его спасет. Ну, чё вот? Я, наверное, пас. Пас или не пас? Урин, чё? Пас. Я тоже пас. А то Рез уже себе намулиганил хп. 5. У тебя уже 5. ХП? Слушай, имей совесть. Да. Бля,
блин, понимаешь, у него и так три пауэра. Как бы... Ну, у тебя бордер с твоей удачей. Нет, у него три пауэра, то есть смысл... А при чем здесь никого. Пауэр? Он... Три пауэра. Потому что он сейчас... Ты думаешь, он сейчас тебя долбить будет? Нет, но если он захочет, он разрядит всю руку на своем ходу. Ну, разрядит и что, попадет под пресс? Под чей? Ну, понимаешь, логики нету никого не атаковать, потому что если он захочет, он всю руку выкинет на своем ходу. Что он так... Ты сейчас про Реда? Да. А, ты про Реда. Я про Рина. А, ну там подожди, атака в дистанции. А, ну и на рейндж он не мог тогда кого атаковать. А, да, он же не встает точно. Совсем забыл. Начнем с этого. Ну ладно. Он мог заставить тебя сбросить повар, прокрутить карты. Повара, да. Повара сбросить. Гений что-то задумался. Она похилилась, и все, и задача выполнена. Можно отдавать ход. Скидывать лишние карты. Да. Она выдумает супер-пупер ловушку для вас. Правда, тут якоря нету. Повер, вау. Повера и месть, блядь, не могу, понятно. Вот теперь бы мог бы атаковать. Блин. Ред. А, ну ты окей. Ты скидываешь два шута. Ты скидываешь четыре шута. И в кого это все летит? Никого не летит, он просто передает. Это летит в дискард? Да. Четыре шута. Ты выложил повар, чтобы выложить четыре шута в дискард? Сейчас я сделаю дел. Подожди, пожалуйста. Бери свои три карты. Или ты скипишь? Хо-хо-хо-хо. Не скипает. Расскажи, скипает он или нет? Хо-хо-хо. Чё у меня тут за фигня такая? Ну, расстреливаю эту фигню. А ты не помнишь, я на своем ходу смотрел руку или нет? По-моему, смотрел. Реда. Смотрел Реда. Окей, значит, на следующий свой ход не могу смотреть. Хотел бы он что-то урезать за фигня. Ну, вот ты, потому что Авкл ушел, когда Рин ходил, вот поэтому ты... Что-то происходит. Ты не можешь занять силовые. Во-первых, ты не можешь разносить силовые. Ну, тогда он лишается просто. Ты... Точнее, нет, я его часов лишаю. Он хочет чуть меньше часов. И все. Ну, лишай, я не против. Подумаешь, часы сломал. Да, Рейвел еще достанет, мини-хакер. Раз, два. Теперь он меня атакует, да? Потому что достает. Да. Так, ну давай проверять. Сначала, наверное, проверю... Тазар. Не сгрейзил, ладно. Теперь проверяю себя. Себя проверять или нет? Там, лезу. Подожди, стой. Сначала кто? Сгрейзил. Там сначала реакция должна идти. Реакция должна была идти до моих проверок. А он скинул только после того, как я проверил. Ну тогда Рез сейчас чего проверяет. Так что, я проверяю, да? Проверяю. Да. Давай. Ты сделаешь это. Я знаю. Я вытащил две зимы. Да, удачи. Что он там достал? Подожди, куда убрал? Куда убрал? Куда убрал? А, ты копиру собираешься? Конечно. У тебя абилка атакует, а не мели. Он кидает данмаку, чтобы активировать абилку свою. Да, ну окей. Он не мели к тебе кидает. А, да, точно. Так что там, сгрейзил он или не сгрейзил? Сгрейзил. Сгрейзил. Все сгрейзили. Сейчас. Силовей. Да. Силовей на фокус. И атакуешь, что? И атакуешь. Грейзит. Подкидывать не хочет, видимо. Кай. Так. Это был второй шут. Ты уже расстрелялся вроде. Кэпчур. Чей? Кэпчур это Эрин. Ну, в кого? Куда? Зачем? В кого? В Бекуре. Че? Кого ты лечишь? И лечишь ли вообще? Лечу Эрин. Себя. Лечишь Эрин, атакуешь. Ну, себя не похилит. Нет, ты ее не лечишь.
Не атакуешь. Ишь, какой-то жук. Пати. Не дадите похилить, так я замалегальню этот самый, да? Фоллап. А, кстати, Рин, Арин, потом ты мне расскажешь, что ты там рассказал Лапе, что она за тебя грудью вперед вступилась, что тебя там кто-то выгонять собрался отсюда. Откуда выгонять? Ты мне потом это подробность. Ты мне это потом в подробностях расскажешь. А мне интересно, откуда Рина выгоняет. Можете рассказать? Мне тоже интересно, кто его собрался выгонять. И за что? И причем тут лапа, которая груди. У него была спилкарта, у него было две данмаки. Пати-то положите. Положите пати. Да, положу. А, лишний карта рез. Сначала рез, потом... Только... А, опять зависла. Ждем. А что, я вообще 8 могу держать? А, да, суд тоже точно. Вообще 8. Окей. Про сутру я забыл. Так, ходит Рин, дел сейчас сделаю. Он сейчас из дискода улетает. Скоро у вас там 8 карт. Рин, бери свои 3 карты. Что за какая-то происходит? Странно. У вас пинг нормальный, а я летаю. Что за дело? Ну, когда ты пропадаешь, то у нас лагает все, точнее, зависает все. Ну, меня выбивает из Дискорда, потому что у меня на мгновение прерывается связь. Но почему-то вас не выкидывает, хост висит, держится. Да, хост висит. Вот, пошло-поехало. Мастер-план, он взял 3, еще 3 осталось. Ха. Да, ты знаешь, что делать. Сначала левайт, потом фейки, потом дерево. В таком порядке вроде бы. Или в каком... Слушай, не косплей Алекса. Ты ему плешь проел, а сам косплеишь. Или левайт еще тут просит. Дерево, феечек. Что за... Ну, сейчас это сам такой... Сейчас возьмет... Рейл, сейчас он возьмет... Что за это сам? Продамаш себе 1 хп, продамаш себе 1 хп, и будет дерево. Как тебе такой расклад событий? Максимально... Равил до этого не доживет, да? Девушка с помрой, ну да. Да. Так, че он? Инцидент положил, сейчас он будет стрелять в половину. Сейчас он такой достает кэпчур, которого нет, да? О, Бяша хочет в домик. Ну, я пас. Эйрин отменяет. Не будет. Не будет домика для Бяши. Пас. О. Пас. У нас если нету по часовой. А Ред там что, пас? Пас. Пас, ну значит. И Ред тоже пас, да? Не интересно, да. Сначала я по часовой. Так, что мне сначала проверить? Давай сначала проверю я Сатори. Бака. Проверь. Не Сатори, Бака ты. Сгрезил. Ты же гляди, не Бака. Окей. Гений тоже сгрезил. Рез тянет бордер. Скрейзил. Все сгрейзили, ласфорт улетел. Вообще, нужно будет ласфорт сначала. Ну ладно. Ну что так удачи? Все сгрейзили. Ты же не видел. Это был первый из 4. Второй из 4 полетел. А, теряет. Героиня на все смотрит со стоическим вниманием. Раз, два, три. А, да. Собирай. Вау, вылишили инцидент. Какой инцидент? Все равно не было.
Я могу. Я могу возвращаться в свои розовые стразики. Двору. Суд. Нифига себе, экстрабос теперь у нас. Но в любом случае он сейчас не получит, а до его хода. Ага. Пас. Итак, что у нас скажет героиня? Героиня... Ванап. Ну, карту ты все равно тянешь за то, что... Темпест. Типа часовой. А часовой рез. Вау, сколько у тебя шутов, а? Ну, а у тебя там что было? Ты... Чего у меня было? У меня ничего не было. Это в игре сейчас. Да я Рэйвена спрашиваю. А. С тобой-то все понятно, у тебя музей Реда. Да, мне всегда музей Реда. Скорпионы. Надо раздать аккуратнее, пожалуйста. Сколько настроя? Алгоритм, ой, пожалуйста. Подожди. Да. Опять меня прогнали. Раз, два, три. Ай. Рен это делает специально. Это какой по счету? Это какой же? Третий, четвертый. Четвертый, окей. Окей. Героиня... Героиня прикрывала. Героиня разгрозила, окей. Все? Лул. Героинь в разделе. Ну, давайте смотреть, что там. Фейки. Фейки. Давайте по часовой. Ну, по вот часовой. Ты давай. Сейчас я... Я сбрасываю мили. Окей, Ред. Мили. Я не верю, что у Реда нет ни грейзов, ни шутов. Ну вот он пришел. Ред, а Ред, шут? Он только сейчас... Все уже. А, ты не можешь скинуть. Потому что... Да, и правда. Так, это туда идет. А чё этот потерял, взял? А можешь роль, пожалуйста, открыть? Роль? Хорошо. Да, а, роль. Да, кто это с карты мешал? Просто, наверное, я. Просто интересно. Так, Вантроп... А вообще, почему у нас этот Вантроп партнер в игре на шестерих? Вот именно. Потому что Рин мешал. А вызовет будет обычный партнер. Роли мешал не я, точно. Так, героиня у нас целиком раздета. Но так, зато я, теперь я, время... Я был, второй раз я не могу... Чай, беру карту. Зато теперь временный альянс закончился. Затем беру две карты. Черт. Читать, учись, Рин. А не на картинке смотреть. Так... Рин, я хочу твою руку. Ну, ты хочешь, но ты не можешь. Зараза. Ладно, я тебя понял. Ты мне дашь, окей. Зараза. Значит, меняем план, играем по-другому. Лазер-шут, Рина. Окей, ты разрешил, окей, хорошо. Мини-хакера. Сбрасываю часы, сбрасываю Грейс, а разыгрываю Эрин, Рина и хилю себя. I love this. Или даже не Рина, а кого атаковать-то. Да, атакую Рина. I love this. Скрейзил. Отлично, передал. Рез, теряй жизнь. Я ничего не теряю, я сплю. А, ты спишь? А, ты спишь, да, черт, так можешь. Неожиданно, да, Ревел? Неожиданно. Так, этот что, этот потерял, да? Потерял. Берет 4 карты, что ли, он берет? Да, берет 4 карты. Даже 5. Он потерял жизнь и потом... 5, да, за сутру. Потому что вы ее нифига не сбили. Блин, потому что не мог ее сбить, я был занят. А Рин украл и не забыл, они не могут. Бери. Неплохо. Все? А, я ход не передал, да, я что-то уснул. А, да. Заснул.
Ну, настоящий или что? Гримуар. Да. Фокус. Найс просто. Лоял. Ну, короче, сейчас вы будете забивать его вдвоем, как МВП, чё. Мне сейчас интересно, что Рез надумал делать с вами, с вашей компанией. Ну что, Кэпчур. Ирин вреза пас. Пиши, напиши ты, ёкарный бабай. Так, а, отменил, значит, две жизни. Не спеши. Во-первых, вы задрали, великий немой. Либо говори, либо пиши. Ответку. Отменил. Отменил. Шут летит. Потерял, что ли? Да, потерял. Потерял. Ну, так. Эй, куда? Дамаки. Я запутался, да, сейчас. Вот. А, два макс сюда, да. А вторая долго ходила. А вторая сюда, второй не было. Так. ход трейвелу. Эй, карту смотреть будешь на чужом ходе? А я смотрел на выходу. Я смотрел Реда. Чего не Редарина? То, что я могу. Я Потерял. потерял. Что мне теперь делать? А теперь я, наверное, посмотрю опять Рина. Что у тебя есть? Понятно, что у тебя есть. Если так, то я, наверное, сделаю следующее. Я сопру у тебя сутру. Подожди, сейчас надо подумать. Как это делать? Я сначала... Ты у него а, у тебя хакера, сначала стоит. что-то по-другому. Я сначала лучше сделаю так. Я скидываю две карты, играю с карту Эрин, атакую... Кого такое? Реза, либо же... Нет, атакую Рина. Какой Ширина? Лечишь себя? Зачем Да. тебе Ирина атаковать? Ты бы мог меня убить. А, тем, что я видел его руку, среагируешь. Он меня атакует. Так. А сам скорее всего. Окей, сейчас надо подумать. Сначала пусть будет, а это будет Сатори. Бака. Нет, не скорее зел, а теперь Бордер. Не скорее Бака. зел. Значит, я грыжу руками. Ну, что ты какой? А теперь Бору, я собираю суду. Так, а ход твой, да? Да. Ты сбросил хакера. Я сейчас пока автоиграл, точно, не забыть. Крес. Куда? Жизнь потеряй, Скидывай пожалуйста. сначала рез. Крес. Ты не можешь спать. Ну окей, значит, бери еще одну. Раз так. Два раза подряд ты спать не можешь. Я в курсе. Ну, а что ты на ней потерял? Опять дробится кошмар. Почему я не могу так дробиться? Ну, что ты паришься? Я не могу так дробиться. Вот сейчас интересно, кого он долбить будет. Мы прям вообще долбим. Хотя он до него не достает за фокусом, который он Фокус. ему ломает, да? Понятное дело, спас. Грейзи. Скользим. 9-9, он Все с ним решен. хорошо. Ложись-то. Так, Арес уже отдал ход, да? А, да, мне надо скинуть, да? Да, надо скинуть. Одну. До 5. Так, стенд. Поехала, удача. Удачи. Найс, удача. Бери две карты. Удача. Внезапная смерть.
Что там случилось? Сейчас мою удачу проверю. Не-не, а что случилось-то? Как он потерял 2 хп? Лили Вайт, он вытянул весну. А, Лили вытянул. Лос. Так, а что сейчас Ревел сделает? Что сейчас Ревел? Ревел, ну-ка. Зима. Зима. А, кстати, этот спать может уже. Понятно, все с вами. Так, я беру 3 карты. Нет, тут 2 только. Надо еще одну взять. Так, там на сайте опять разборки засранцы. Пати. Че ты пати разыгрываешь? Там 2 всего лишь. Че бы ему отдать? Он может спать, так что я отдам ему вот это, держи. Рин убился об выложенную им же собственноручно лиливает. Бесценно. Кстати, ты мне сейчас уже в скайп в личку можешь писать длинный пост насчет того, что там с тобой собрались делать. Риас, можно, пожалуйста, твою руку? Что она думала? Лапа. Блин. Опять я эту нажал карту. Ой, блин, кнопку. Дай заберу сам. Да не выкладывай, дай сейчас так сделаю. Чё-то она мне постоянно под палец попадает. Однако, но с другой стороны, если будет спать, то ничего страшного. Ждем. Блин, да чтоб тебя. Сложи обратно. Стоп, подожди, я же посмотрел руку, так? По карту я не играл, да ведь? Угу. Он что-то недобрый. По карту Марисы туда. На 3. А с чего 3-то? Потому что у меня поворот, потому что у меня бордер. Бордер поворот. Он считается. 1, 2, 3. И что нам скажет? Рез? Что, рипнулся? Я выиграл? Да ладно. Фу ты. Рез, как ты мог? Какой у меня одни шуты. Позор. Что за... У меня одни шуты, я увидел это. Так, а теперь я требую от Рамфана объяснений. Или дуэли. Лучше объяснений. Пошли вот там. Кстати, если я правильно понимаю, то по правилам выиграл я, Алга и Трамфан. Я требую от Трамфана сатисфакции, дуэли в Хиса и объяснений. Какого черта дал бы меня, если нужно было. Если ему нужно было убить партнера, а я был явно не партнер. Там была весна? Нет. А дальше бы решился. Ватанов... Ты бы сейчас проспал, так? То есть ты забираешь на 4 карты. А дальше уже я начинаю флипать. Была зима. Потом ты бы не смог спать. Ладно, в общем, пацаны, стоп. Я бы не проспал, у меня была вела. Эй, вы. У нас, во-первых, стрим идет, поэтому давайте. Всем спасибо, давайте. Болтайте. Хотите? Ну, окей. В общем, всем спасибо за просмотр. Это были типа карты, типа Ревел, который затащил, хотя он пол игры нынешний. Мы опять кучу раз правила нарушали. И т.п. В общем, всем спасибо, всем пока. Счастливо. Увидимся. Чё? Ботанов будем?